Для тех, кто еще не пробовал свои силы в приготовлении пирогов из дрожжевого теста, предлагаю рецепт пирога, который получается всегда. Главный секрет – свежие дрожжи, а отменный вкус и вид я обещаю. Спешу поделиться рецептом самого удачного теста, из которого можно приготовить пирог с любыми фруктами и ягодами, а если во втором шаге, например, убрать весь сахар, то можно смело готовить пирог с несладкой начинкой. Пробуйте, у вас обязательно получится. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Приготовьте тесто. Для этого слегка подогрейте молоко, добавьте столовую ложку сахара и дрожжи, оставьте массу на 10-15 минут, чтобы дрожжи вспенились. Добавьте ванильный сахар, еще 4-5 столовых ложек сахара, соль и растопленное сливочное масло. Муку упросейте и частями введите в тесто, каждый раз тщательно вымешивая. Замесите мягкое, эластичное тесто. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Выложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой или полотенцем и поставьте в теплое место, через час-полтора тесто увеличится в объеме. Достаньте тесто из миски, обомните и разделите на две неравные части, большую часть раскатайте в пласт и выложите в форму для запекания. Абрикосы помойте, удалите косточки и нарежьте небольшими кусочками, тесто посыпьте крахмалом, чтобы он впоследствии впитал абрикосовый сок, который выделится в процессе выпекания, выложите абрикосы на тесто. Меньшую часть теста также раскатайте в пласт, я решила украсить пирог и сделала отверстие с помощью специального валика, можно обойтись и без этого. Смажьте пирог взбитым яйцом и дайте постоять при комнатной температуре 30-40 минут. Выпекайте пирог при температуре 175-180 градусов 45-50 минут, время выпечки зависит от вашей духовки, по температуре тоже ориентируйтесь сами, поскольку все духовки разные. Готовый пирог достаньте из духовки, охладите и подавайте к чаю, приятного чаепития. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты. Молоко, 200 мл, дрожжи прессованные, 20 грамм, 7-8 гр сухих, сахар, 5-6 столовые ложек, ванильный сахар, 5 грамм, соль, 0,5 чайных ложки, масло сливочное, 60 грамм, мука пшеничная, 400-450 грамм, абрикосы, 350 грамм, яйцо куриное, 1 штука, крахмал, 1 столовая ложка, количество порций, 1-2. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. До встречи!